если ты встретила такого мужчину в начале пути вашего знакомства, то от такого мужчины лучше отказаться. Бегите от мужчин, которые не держат своих слов. Это первый признак того, что человек безответственный, и вряд ли будет с ним жизнь легкая. Если мужчина выполнял слово, держал, и он проявлялся как мужественный, сильный, надежный мужчина, и вдруг, живя с тобой, он перестал это выполнять и держать свои слова, скорее всего, он потерял к тебе интерес. Скорее всего, одна из причин того, что ты сама ему не уделяла времени и подавляла его, и была вечно недовольна, возможно. Из-за этого у него теряется интерес к тебе, и ему, честно говоря, все равно, что говорить, лишь бы ты отстала от него именно в моменте сейчас. И нужно работать над отношениями друг с другом. Поэтому обратитесь к семейному психологу. Но мужчина должен держать слово. Будьте счастливы.